Здравствуйте, меня зовут Глеб Скачко. И сегодня вы узнаете, что надо с собой возить в машине в зимнее время. Ну, и объясню, зачем это. Нам понадобится лопата, трос, перчатки, люминесцентная отражающая жилетка, прикуриватель. Ну, вдруг вы не заведетесь. Если не завелись, по-любому с палатками. Если на вас напали дикие звери и ваша бита не помогает, вам нужна коса. А вот зачем нам понадобится лопата? Блин, надо одеться. Это если вы там где-то темно или вас плохо видно. Ну что, начинаем откапывать? Главное, чтобы лопата была хорошая. Если это не поможет, берем, после того, как откопались, берем коврик с под ног и кидаем его вниз. Правда, он будет капец, но вы выйдете. И не забудь про задние колеса. И такое же самое с другой стороны. После такой несложной манипуляции надо выезжать. Забыл про самый важный элемент. Для такой езды надо перчатки. Гоночные перчатки есть. Главное, чтобы были с пупырышками. Лучше работает. Ставим палец вверх, не забываем подписываться на новое видео, а то я к вам приду с косой. Ты лайк поставил? Если я поставил, к тебе приду. Ты лайк поставил? Ты лайк ставил? Ставил? Ладно, не приду.